Июньские выборы в Европарламент могут стать очередным политическим успехом премьер-министра Италии Джорджа Мелони. Согласно последнему анализу Euronews Ipsos, в настоящее время она набирает 27% голосов, что намного больше любого из ее соперников. Оппоненты братьев Италии, Демократической партии и Движения пяти звезд отстают, соответственно, на 8 и 10 очков. Мелони – единственный европейский премьер-министр, который действительно участвует в выборах. Однако этот шаг в основном рассматривается как проверка ее внутренней силы, поскольку в случае избрания она не займет место в Брюсселе. Se volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia. Perché io sarò sempre solo una di voi. В следующем парламенте ЕС партия Мелони «Братья Италии», как ожидается, присоединится к более широкой коалиции. Despite a clear growth of right-wing groups at European level, ECR and ID, the expectation is that a coalition will still be in place, and that coalition will still include EPP, European People's Party, and the Socialist Group. And they will shrink in number, but they will nevertheless be the center, the cornerstone of European politics, also in the new parliament. Несмотря на хорошие рабочие отношения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Мелони в прошлом была активной сторонницей антиевропейской оппозиции. Ее относительно краткий предвыборный манифест представляет собой тотальный выговор Брюсселю и тому, как он решал самые большие проблемы, с которыми столкнулся в последние годы – пандемию COVID-19, войну в Украине, энергетический и экономический кризис. L'Italia può cambiare l'Europa e dico di più, ha già cominciato a farlo. Lo abbiamo fatto per esempio sull'immigrazione. Se oggi l'Unione Europea non parla più di accoglienza indiscriminata, ma parla soprattutto di lotta ai trafficanti di esseri umani, di protezione dei confini esterni, di rimpatri, è grazie a quello che l'Italia ha fatto con questo governo in questo anno e mezzo. Помимо миграции, одним из столпов предвыборного манифеста Мелони стало намерение радикально изменить зеленый курс. По мнению ее партии, он экономически неустойчив и представляет собой настоящее безумие как для фермеров, так и для потребителей.